Привет, друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео, поехали! Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ближайшие месяцы все желающие получат доступ к вакцине от коронавируса. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker. По ее словам, в мае Молдова должна получить большую партию вакцины AstraZeneca, превышающую все предыдущие, после чего дефицит вакцины должен закончиться. Она отметила, что ведутся переговоры и с другими компаниями, но конкретных договоренностей еще нет. Главное то, что в ближайшие месяцы все желающие смогут привиться препаратом, смогут это сделать. Я обращаюсь в Минздрав, чтобы процесс прививки начался для всех, сказала Санду, добавив, что сама также планирует вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Как сообщалось ранее, 30 апреля в Молдову должна прибыть вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник-5». Первую партию «Спутника» Молдова получила в качестве гуманитарной помощи в субботу, 24 апреля. Груз сопровождал экс-президент Молдовы, лидер партии социалистов Игорь Дадон и два депутата Госдумы РФ. Самолет со 142 тысячами доз вакцины в Кишиневском аэропорту встречали спикер парламента Зинаида Гречаная и посол РФ в Молдове Олег Васнецов. 80 тысяч доз этой партии предназначены для Молдовы и 62 тысячи доз вакцины для непризнанного Приднестровья. Таким образом, вакцина распределяется практически поровну, хотя в Приднестровье живут около 350 тысяч человек, из них много граждан и военнослужащих РФ, а на контролируемой части Молдовы проживают до 3 миллионов человек. Президент Майя Санду поблагодарила власти России за предоставленную вакцину. Это позволит ускорить процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за предоставленную нашей стране помощь, благодаря которой мы сможем включить в процесс вакцинации еще больше категорий граждан, написала Санду на своей странице в Facebook. Именно Дадон активно продвигал вопрос российской вакцины для Молдовы. Но президент Майя Санду не является противником получения спутника и обращалась с таким письмом к Владимиру Путину. В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca Молдова получила с помощью Румынии. Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре первая партия BioNTech Pfizer также через COVAX. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.